этой наградой. И это все Шевченко Александр Николаевич. Ваша честь. Аккуратно, аккуратно. Ну и традиционно такие встречи мы проводим по инициативе Союза ветеранов Афганистана. И я приглашаю на эту сцену для приветствия и выступления руководителя исполкома Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана, полковника запаса Корюкова Валерия Васильевича. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие друзья. В рамках общероссийской акции, посвященной великой победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, мы на протяжении последних 20 лет проводим мероприятия в вузах, школах Нижегородской области, где стараемся пригласить для выступления оставшееся немалочисленное количество участников Великой Отечественной войны, участников Второй мировой войны, для того, чтобы вы воочию могли посмотреть на тех людей, кто с оружием в руках защитил нашу Родину, кто с оружием в руках выполнил свой воинский долг, отстоял наше Отечество, не щадя живота своего. Именно их живое слово для нас, для всех, и для вас, и для нас, более старшего поколения, является живой кладезью общения с историей. Можно прочитать массу книг, можно посмотреть массу фильмов. Но когда вживую общаешься с человеком, который с оружием в руках защищал свое отечество, это дорогого стоит. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. Я имею в виду участников той великой войны, ведь они все не молодые люди, им уже далеко за 90 лет. Но они все в строю, они все в массах. Они все желание донести свои мысли, свои чувства, свои знания молодому поколению. И поэтому сегодня Александр Николаевич здесь. И, конечно, у нас есть кому выступать в Российском Союзе ветеранов Афганистана. У нас есть кому донести до вас правдивую информацию о той войне, которая была, о той кровопролитной войне. Но все-таки мы стараемся, пока есть возможность, пригласить именно участника войны. Пока они еще живы, пока они еще являются достоянием нашей страны, чтобы они выступили перед вами, и чтобы вы могли воочию посмотреть на этих людей и внять их слова, которые они говорят. В последнее время они говорят только о душе. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену Шевченко Александра Николаевича. Истории страны и истории Великой Отечественной войны. Это очень важный вопрос, который беспокоит фронтовиков, потому что тем дальше от победы, тем больше фальсификации по вопросам Великой Отечественной войны, да и не только Великой Отечественной, и в советский период истории стараются всячески исказить. Поэтому я постараюсь хотя бы несколько наиболее таких важных мифов в ходе нашей сегодняшней встречи разоблачить. Начну я с того, что 2017 год является годом столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Эта революция... Столетие будем ноябретничать, да и не только мы, а все прогрессивное человечество. Эта революция имела исключительно огромное значение. И не только для России, а всемирное историческое значение. Я вам приведу сейчас, какие лозунги были
нашими лозунгами совершалась Великая Октябрьская социалистическая революция. Это мир народам, землю крестьянам, фабрики и заводы рабочим, хлеб голодным. Вот эти основные лозунги, под которыми совершалась революция. И вот эти лозунги и первые шаги молодой Советской Республики очень здорово напугали капиталистический мир. Они увидели угрозу своему существованию. Поэтому мировая закулиса капиталистическая решила уничтожить в самом зародыше вот это молодое советское государство. Для чего организовали поход 14 капиталистических стран в виде интервенции и гражданской войны. Как вы знаете из истории, что этот поход закончился поражением, потому что молодая Красная Армия и малообученные рабочие крестьяне, надеясь на то, что вот эти лозунги будут реализованы, они встали на защиту своих прав, своей свободы. Ну, например, лозунг «Землю крестьянам». Более 9 миллионов безземельных крестьян, которые были батраками у помещиков и кулаков, получили землю. Но вы же сельскохозяйственный вуз понимаете, что значит крестьянин без земли. И что значит, если он получил землю? Да он будет всеми силами и средствами защищать ее. И защищать эту власть, которая дала ему эти земли. Это я просто чуть-чуть один лозунг расшифровал. Значит, поражением-то закончилось этот первый поход капитализма против молодой Советской Республики. А чего он стоил разрушенной России, которая участвовала в гражданской войне, империалистической Первой мировой войне? Я назову вам две цифры. Материальные потери 50 миллиардов золотых рублей. Рубль был дороже доллара. 50 миллиардов. А человеческие жертвы 4 миллиона 400 тысяч. 70% мирное население пострадало. Вот такой итог первого похода капиталистического мира против молодой Советской Республики. Второй поход был против мощного социалистического, первого в мире социалистического государства. Это государство, которое уже настолько укрепило свои позиции, что вышло на первое место в Европе и на второе место в мире. И вот против этого государства мировая закулиса империалистическая организовала второй поход в виде нападения фашистской Германии на Советский Союз. Какие задачи Гитлер ставил, или фашистская Германия ставила в войне против СССР? Первое. Разгромить первое в мире социалистическое государство с столицей в Москве. Второе. Уничтожить большую часть населения. По плану ОСТ, который являлся приложением к плану Барбаросса, намечалось уничтожить 120 миллионов славян. Третье. Захватить богатство и природные ресурсы России. Четвертая задача. Создать благоприятные условия для достижения мирового господства. Гитлер буквально следующим в этих задачах сказал, я вам зачитаю. Если мы сумеем выкачать из России все, что нам необходимо, десятки миллионов людей останутся после боевых действий, умрут голодной смертью. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ. Вот слова Гитлера.
То есть вы представляете, что ожидало нас, если бы победила фашистская Германия? Второй поход закончился тоже поражением фашистской Германии, но обошелся нам уже гораздо дороже. Мы потеряли 26,6 миллионов людей, из них 18 миллионов мирных жителей. 18 миллионов стариков, детей, женщин. Разделите 18 на численность нашего города, 1 240 000, и вы получите цифру 15. Это 15 городов, таких как Нижний Новгород по населению, были уничтожены. 1/3 экономики, 33%, было уничтожено. А в выражениях денежном 2,6 триллиона рублей. Повторяю, рубль был дороже доллара. И второй поход окончился тоже поражением. Я начинаю с мифов. Есть такой миф, что Великая Отечественная война – это была война между двумя тиранами – Сталином и Гитлером. Так вот я вам поясняю, что с нашей стороны это была война народная, справедливая, освободительная, отечественная. А со стороны фашистской Германии война несправедливая, захватническая, война на уничтожение советского народа. И нельзя ни в коем случае на одну плоскость ставить социализм и фашизм. Это грубейшая ошибка. А вас пытается обмануть в этом молодежь. Я вам скажу так. Великая Отечественная война, по сути дела, это величайшее сражение 20 века. Величайшая битва двух противоположных политических, экономических, социальных систем. Капиталистической и социалистической. Великая Отечественная война – это величайшая битва двух противоположных мировоззрений – научного и религиозно-культного.